Камиль, тут такое дело. Какое еще дело? Где мой хот-дог? Короче. Да хватит крутиться вокруг меня. Сейчас еще врежешься. Да не врежусь я. Не бойся, я профессионал. Знаешь, ты какой профессионал? Держись от меня подальше. Больше не могу идти, надоело, хочу посидеть. Ну и что она там расселась? Опять, наверное, ей что-то не нравится. Ну чего ты тут развалилась? Чего-чего, не видишь? Я устала, ноги болят. И долго ты тут собираешься сидеть отдыхать? Сколько надо, столько и буду отдыхать. Так, если ты будешь просиживать тут целый день, то мы не успеем погулять. А почему ты мне не сказал, что мы будем так долго идти? Я бы с собой самокат взяла. Если бы я знал, что ты такая лентяйка, то я бы тебе сказала бы, что нужно взять самокат. Короче, не вешай меня лапшу на усы. Все, я отдыхаю. Амина, хватит притворяться. Я знаю, что ты не устала. Хочешь, чтобы я пошла дальше? Конечно, хочу. Вы же гулять пришли, а не сидеть. Тогда я поеду на гироскутере, а ты пойдешь пешком. Могла бы сразу сказать, что тебе нужен гироскутер. А не пудрить мне мозги. Маленькая хитрая шмакодявка. Вау, круто, аттракционы. Ну чего ты встала? Камильчик, а у тебя есть денежки? Денежки, Аминочка, у меня есть, но только не для тебя. Ну, Камильчик, пожалуйста, давай покатаемся на аттракционах. Нет, Амина, я на эту ерунду не буду тратить деньги. Я куплю на новый рюкзак. Ой, что-то у меня ноги разболелись. Кажется, мне пора отдохнуть. На, держи гироскутер, а я пойду на лавочку. Хочешь мне сказать? Ладно, пойдем кататься на аттракционах, но только чуть-чуть. Ой, ноги мои что-то перестали болеть. Маленькая хитрюга. Ладно, давай сюда гироскутер, а то ты знаешь, что у меня быстро устают ноги. Хочу.
Вообще-то, Мина, мы с тобой договаривались только на одну карусель. Теперь я хочу на вот эту карусель. Так, Амина, ты опять начинаешь? Нет, мы на эту карусель не пойдем. Ладно, ладно, уговорила, пойдем. Эх, люблю, когда мы понимаем друг другу с одного взгляда. Потратили на аттракционы. Ну, у тебя, наверное, немножко осталось хотя бы. Ты дома съела целую кастрюлю супа. Ты этим не наелась? Представь себе, не наелась. Ладно, пойду что-нибудь перекусить куплю. Маленькая обжора. Давай, давай, и побольше возьми. Спасибо. Тебе. Вау, какой огромный хот-дог. Вкусняха. Маленькая обжора, даже спасибо не сказала. А что, вкусно? Ой, Камиль, а водичку, кстати, не купил? А сразу нельзя было сказать. Ладно, держи хот-дог, пойду куплю водичку. Ну и где там Камиль пропал? Я вообще не наелась хот-догом. Камиль, наверное, хот-дог еще вкуснее. Принес попить? Попить-то я принес. Только я хотел спросить, где мой хот-дог? Камиль, тут такое дело. Какое еще дело? Где мой хот-дог? Короче, тут такое дело, Камиль. Ко мне подошла маленькая, миленькая собачка. Голодненькая. При чем здесь собачка? Где мой хот-дог? Отвечай. Да подожди ты, дай договорю. Ладно, я тебя слушаю. Так вот, эта маленькая миленькая собачка была настолько голодная, что она прям у меня попросила хот-дог. Вот я и дала его. Амина, что за бред? Во-первых, собаки не умеют разговаривать. Во-вторых, почему ты отдала именно мой хот-дог? Почему? Потому что она попросила именно твой хот-дог. Ладно, почему она попросила именно мой хот-дог? Потому что твой был с кетчупом. Ребята, напишите в комментариях, Аминка правду говорит или нет. Нажми на красную кнопку и подписывайтесь на наш канал. Ставь лайк и подписывайтесь на наш инстаграм. Ссылочка будет в описании. Всем, пока!